На старте главное приключение мурманского лета – крупнейший за полярным кругом рок-фестиваль «Студеный берег». Гости уже заезжают в палаточный городок, а команды-участники прибывают в Мурманск. На открытии фестиваля выступит альтернативная рок-команда «Луна». На пресс-конференции с группой пообщались наши корреспонденты. Мама, я прошу, не ругай меня, если я ложусь спать в начале дня. Эта композиция мгновенно завоевала сердца молодых ценителей рок-музыки, а исполняющая команда «Луна» стала одной из самых востребованных на российской сцене. Сегодня они выступят в Мурманске в рамках фестиваля «Студеный берег». Качество организации музыкантам есть с чем сравнить. Это уже третий визит группы в заполярную столицу. В этот раз очень хорошее, грамотно составленное расписание дня, что нас приятно удивило, и респект организаторам большой за это. У нас тут появилась возможность увидеть город. И увидели. Экскурсия по городу, поездка от аэропорта до Мурманска. Наконец-то музыканты получили возможность рассмотреть Кольский край и оценить природу. Кстати, удивительно, но вода здесь действительно очень чистая. Реки. Вдаю. И вокруг так все красиво. Природа такая осенняя уже у вас. Дороги. Дорога хорошая, да. Удивительно. Лусине Геворкян – фронтвумен команды, мама сынишки и обладательница уникального голоса с легкой хрипотцой, который не оставил слушателя равнодушным. Это шок 15 лет, это первый рок-концерт, это слэм и губы в кровь, раз за разом вновь и вновь. На первый взгляд, девушка-пацанка Лусине ничто человеческое не чуждо, хоть и скромничает, но и благотворительностью занимается. И в этот приезд в Мурманск согласилась исполнить мечту ребенка Насти Кузьменко, нашей землячки. Я большая поклонница группы «Луна». У меня есть заветная мечта – встретиться и пообщаться со своими любимыми кумирами. Я буду счастлива, если моя мечта осуществится. Мне кажется, стандартное дело для члена общества. В принципе, если у человека есть руки-ноги, то почему бы не помочь другому человеку, который в чем-то нуждается. Но моя позиция, ну, как бы я просто ее придерживаюсь, все-таки ближе к помощи деткам. Я вот, ну, как бы немножечко мизантропичная, скажем так, товарищ относительно взрослых, поэтому стараюсь держаться малышей. А пока музыканты готовятся к предстоящему концерту, народ уже заезжает в палаточный городок на площадке фестиваля «Студеный берег». Сегодня он стартует. Сцену с «Луной» разделят «Тараканы», «Счетчик мысли» и «Таун-тундра». Фест продлится 3 дня. Ожидается около 10 тысяч гостей. Это самое грандиозное по масштабам мероприятие в музыкальной среде за полярным кругом.